Ну, оно запрограммировано. Он гвозди забивает в различные крышки, но толку от этого мало. Сейчас рубильником воспитывают страну, отключая больницы, целые города. Это когда говорят, что Чубайс эффективный менеджер, я поправляю, он эффективный гангстер. Он основоразрушитель по природе своей. Вот. А деловой мир, я с ним везде встречался, он очень похож. Я выступал в торговой палате США, в Париже, в Бонне. Встречался с крупнейшими финансистами, которые работают на китайском рынке, здесь, в Москве. Деловой человек, если у него есть капитал, он охотно поедет и в нашу страну. Если будут ясные правила игры, если он поймет, что вернет свои деньги и получит прибыль, его не пугает ни ваш партийный билет, ни цвет ваших знамен. Вот выбор 90.